Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в игру Драконы Садники Олха. Третий день, 25 рун я забрал. Смотрим, что мне принес беззубик. Топорик. Он работает исправно, этот беззубик наш. Приносит мне постоянно топорики. Как раз то, что я от него и требую, в принципе. Так, давай посмотрим. Чешуйка плюс тусклый янтарь. А здесь листочек и, опять же, тусклый янтарь. Так, теперь беззубик мне нужен. Беззубик нужен для того, чтобы отправить его, опять же, на поиски наших топориков. Сколько у нас вообще их? 29. То есть, получается, еще один топорик принесет, это будет уже 40. Ой, 40, 30, ё-моё, чё это я? А там еще потом 10 топоров надо где-то найти. Так, водорез. Водорез у меня получил уровень. Давай-ка мы его за рыбой отправим. Громили тоже за рыбой. Древоруба. Не знаю, с древесиной. Ну, мало добывает древесины, если честно. Его лучше прокачать. Ну, а ты что дуркуешь у меня, а? Стой пока на месте, ничего не будем делать. Не вижу я смысла отправлять вот этих вот, которые приносят нам по 15-16 миллионов древесины и рыбы. Нафиг, нафиг. Будем отправлять серьезных ребят. Так, ну-ка, гнилец. Дай-ка я тебя качну, чуткарика. Все, что ли? Рыбы больше нема. Опа, соточку, видел? Как с куста он мне принес. Я его еще... А, конечно. Хотел сказать, я его сейчас еще прокачаю. Угу. Надо отправлять именно тех, кто очень много добывает нам ресурс. Почему этот охламон, спрашивается? Так, что нам нужно? Нам нужна рыба. Давай-ка попробуем с тобой купить один пак. За... Так, за 30. Пак за 30. Рыбный называется пак. Чё-то не понял я, подожди, я же рыбный хотел купить пак. Или я купил... Твою налево, блин, я купил пак с ресурсами. Ай, лопухнулся, как всегда. Как всегда, лопухнулся. Костолом, шторморез, парящий прихвостень. Так, нам нужно набить сегодня обязательно паки. Так, ну этого здесь за древесиной, тогда отправляю тебя за рыбой. Тебя, наверное, прокачаю далее. И не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть рыбки, да, не хватило? Вперед за рыбой. За древесиной. Ты тоже мне полетишь за древесиной. И обучаться срочно. Бегом, я бы сказал бы. Буйволорд пока пускай постоит. Этот тоже постоит. Модификрылочка 51 миллион рыбы принесла. Отлично, спасибо ей за это. Ну что там? Тусклый янтарь. То есть либо три железа, либо тусклый янтарь. Как ты понял, выпадает нам тусклый янтарь. Отправляю его дальше в приключение. Пускай летит. Железнозуб. Так, невеста кривоклыка. Пускай, наверное, обучается. Ага, новая способность. Так, брызговик, давай-ка мы тебя тоже покормим. И опять же отправим тебя на тренировочку. Лети тоже, тренируйся. Такс. Здесь вроде бы все. Сколько там стоит расширение? А, тут викинги. Вон там Эрит, по-моему, у нас будет, если мы откроем. Надо расширять территорию. 3400. А я валун-то этот убрал, нет? Нет, он еще 22 часа будет убираться отсюда. Давай-ка тут... Блин, забыл совсем, да. Обучи... Блин, расширить академию нужно, говорят. Ну что же, сардель-то ты им чем тут принесешь? Лучше бы пак. Приручение.
Дальше идет у нас... давай, наверное, вот это возьму. О, подожди, 562 миллиона. Нет. Здесь выпадает руны. Ну, руны лучше, чем яйцо. И играем гильда. 12 рун. Укрепление. Так, ладно, все, эти у нас улетели по делам. Кто у нас вообще нам приносит нормальное, такое солидное количество? Ну, вот этот, наверное, за древесиной полетит. Этот тогда полетит за рыбой. Этот полетит тоже за рыбой у меня. За деревом вперед. Буйволорд. А вот это кто там рядышком с тобой стоит? Крылатый страж. Его и незаметно там из-за этого буйволорда. Так, лети... Нет, слишком мало ты мне приносишь. Рыбу. Тоже рыбу. Мало как-то приносят они. Тут вообще сущие копейки приносят, по ресурсам если смотреть. Так, ну-ка, а вы... Блин, маловато как-то. Ага. А тут, чтобы расширить, 3500 надо. Что вот я расширю, что у меня здесь? И что я тут могу поставить? Пару домиков, блин, и все. Маленькая территория. Ладно, давай тогда этих уже отправлять. А раз уж больше некого. 78 уровень, 151 тысячу он приносит. Ну, это вообще никуда не видится. 151 тысячу. Все, походу, дело. Больше я не смогу ничего. Могу отправить на задним железом. Это бред. Эх, рыбы нету. Так бы пайку бы я эту забрал бы. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Так, это у нас ежедневочки в данный момент. Так, одна награда есть. Давай смотреть дальше. Угу, две награды получаем. Вот так вот. Ну что, неплохо. Прилив сил одна штука и бабочки 250 штук. Почти 2000 бабочек у нас есть. Так, теперь, наверное, будем открывать паки. Монеты Одина. Так, кривет. Чудовище, шепот смерти. Ресурсы. Монетки. Костолом, шепот смерти, кривет. Ну, в принципе, тут все. Награду только заберем. Вот так вот. Окей. Ну что, сегодня будем допроходить события. Как я и обещал в прошлый раз. Чё себе, 4 блестящих янтаря сделали. Так, смотрим. Вот оно. Открываем. Так, что у нас там в конце награда? Ну, в принципе, пак очень даже неплохой будет. Поехали. Один. А сколько волн? Две. Ну, меня это вполне устраивает. Это меня вполне устраивает. Ну, что ты там придумал? Кусаешься, да? Понижение брони, укус и добивка. Оу, щит. Давай, наверное, так сделаю. Понижение брони.
Громль сейчас... Ага, я думал, что сейчас Громль фаербол зарядит, но этот потратился на свой фаербол. Так, теперь бы нам успеть хильнуться. Опачки. Нормально. Сейчас что-то... Вот прикинь, вот сейчас он сделал свой суперудар, и сразу штормореза как будто здесь не было. Вот и делай выводы, как он шпарит своим суперударом. Да я же сказал же, блин, трындец, я ему сделал заказ на то, чтобы он бомбанул, блин. Нет, вообще даже не подумал об этом. Так, ну что, теперь куда-то звуки все пропали. Давай, Громли, теперь попробуем забомбашить. Нам главное быстрее его как бы ушатать. Тут он промашечку дал. Ну давай, Кривоклык, добивай его. Так, ну что, крутим колесо. Забираем 2 прилива сил. Слушай, ну это шикарно. И забираем загадочный пак. При всем при этом переходим на битву с мини-боссиком. Ну давай, поехали. Так, смотрим, что у нас там за отряд будет выступать. Так, ну что, я вижу Костолома, Громорога. Давай, наверное, сделаем... Как тут... Кого лучше? Ну давай попробуем, наверное, Костолом обмануть. Вообще музыка. И музыка, и все. И даже уже звуки ударов исчезли. Ну что ты там дергаешься? С пониженной броней очень хорошо будет разбираться у нас Костоломчик. Раз, два. Так, давай еще, наверное, сделаем. Во. И Громорог. Но этот Громорог, он не бафер, поэтому он особо здесь... Изначально и не страшен был для нас. Что-то мне кажется, что сейчас игра вылетит. Может быть, не сейчас, но через поединок другой. Обычно такое всегда происходит. Поэтому лучше, наверное, заранее это сделать самому. Перезайти в игру. Так, 2 пристеголовых. Тут, кстати, 3 волны. Так, что-то как-то мне не нравится, как подлагивает игра. Надо будет перезайти после этого поединка. От греха подальше. Так, они начинают мне бомбить Барсика, что вообще не очень хорошо. Мы успеем захиляться. Так, и одного пристеголового мы забрали. Сейчас, боюсь, уничтожат мне Барсика все-таки. Такой шанс есть. Но я могу его хильнуть. Я могу его, да, я могу его хильнуть, я так сделаю. Это необходимость. Просто была необходимость, чтобы его не ушатали. Так, и переходим на третью волну. Здесь у нас вот они, мини-боссики. Это 2 водореза. Начнем именно с них, потому что стража трогать пока нет смысла. Все равно его долго будем колбасить здесь. Лишь бы игра не влетела. Потому что мне не нравятся вот эти вот фризы, которые сейчас идут. Я думаю, вам видно тоже. Издалека, как говорится. Издалека. Так, наверное, хильнемся здесь на всякий случай. И будем уже вот второго водореза брать. На разборочку. Этот ничего не будет делать, потому что энергии не хватает. А так бы он, конечно, бегал бы, разбегался бы и глушил бы своим хвостом. А мы еще разок хильнемся. Так, сейчас мы его, водореза этого уже практически добьем. Я так понимаю, Барсик это все-таки сделает у нас. Тут понижаем броню, и следующий ход уже будет оглушающий именно с его стороны, потому что 4 энергии он насобирал. Будет бомбить, скорее всего, штормореза. Хм, он не стал делать суперудар почему-то. Он просто атаковал. Ну, для нас так лучше даже. Так, давай посмотрим, что нам выпадет на колесе. Там 187 миллионов древесины. Замечательно. Так, ну и забираем пак, который содержит новичков у нас. Дальше идет обычный поединок. Так, кошмарный пристеглов, шторморез, крылатый ужас.
И надо перезайти в игру. Ну что, ребята, вперед и с песней. Раз, два, три. Три поединка еще у нас впереди. А это у нас... Так, тихо. На тебе. Так, уничтожили змеевика. Поехали. Скалотряса нужно здесь убирать с поля боя. Желательно быстрее. То начнется сейчас твоими зубами хрумкать. Усиление атаки тебе не понадобится, парень. Ну что, фаербол? Нет, решил так атаковать. Нам нужно будет сейчас хильнуться. Вот что. Упс. Не успел хильнуться, к сожалению. Зато сейчас успеем. Так, ну что, Барсик у нас немножко хромает. Совсем малость. Так, ну что, этого Шитика, наверное, добью. Да ёк-макарёк. Давай тогда так сделаем. Ну... Блин, сейчас будет глушить кого? Барсик. Естественно, Барсик у нас самый многострадальный дракон. Сколько он люлей наполучал, а? За последнее время. Очень много. Давай так добьем его. 75 миллионов древесины. И сразу же переходим на мини-босса. Это, грубо говоря, у нас предпоследний поединок. Ну что, дайте, пожалуйста, две волны. Не надо давать по три. Блин, три волны и плюс по три дракона. Зашибись. Тем более, это серьезный вызов, кстати. Трындец. Раз, два. Сейчас они вдвоем тут начнут бомбить. Этот еще сейчас фаербола, наверное, да? Нет, ребят. Он не фаербол, он... усиленную атаку себе сделал. Молодец, Кривоклык. Красавчик, ты выручил всю команду, считай. Упс. Вот это вжарил. Нам нужно срочно залечить раны. Так, врубаем. А этот фаербол опять, да, запуливает? Как же ты достал, а, ханыга несчастный. Сделаем так. Это только первая волна. И уже такой вот разлет полетов он нам сделал. Два престиголовых плюс змеевик. Начнем с этих. С шустрых. Начнем именно с них. Уф. Влупил-то как, а? Твою налево, блин. Тут придется делать вот так вот. Другого варианта я не вижу. Сейчас мы змеевичка уничтожим, а дальше, я думаю, что полегче будет. Но опять же... Давай вот так вот сделаем. Хлоп. Да ты заколебал уже мне Барсика бомбашить, а? Супостат ты несчастный. Еще не легче. Еще не легче. Все три стража. Ты прикинь, они все три стража. Ё-моё. Твою налево. Что делать? Кто там первый ходит? Он. Потом как у нас там идет очередь-то? Два, три. Костолом будет, да, третьим? Давай так попробуем сделать.
Ну. Ладно, пока терпимо. Поехали. Так, этот, по идее, должен суперудар делать. Да ты серьезно, блин? Ты... Вот он специально, ребят, не стал делать суперудар, чтобы костолом его сделал. Упырок, а? На тебе за это. Ну что, теперь надо будет брать тогда в слепоту нам ветрокрыло. Что я еще могу сказать? Пам-пам-пам. Тратим. Давай проверим. Вот специально сейчас буду проверять. Будет ли он делать суперудар? Ну неужели? Отлично. Так, это пока спит дурьмар. Все, он уже очнулся. Он уже очнулся. Так, кусаем. Кусаем. И, соответственно, на следующем ходу вешаем на него слепоту. Все. Теперь можем уже расслабиться. Нам он ничего не сделает. Два хода у нас есть с тобой стабильных под разборочку. Вот так. 262 миллиона древесины. Неплохо. Забираем пак элитный. Шторморез, костолом, громоль, душитель, вострозуб, парящий прихвостень и кривоклык. Все, ребят, последний поединок у нас. Давай как-нибудь по-солидному попробуем его пройти. Две волны, отлично, но тут два, сразу два мини-босса у нас. И стальной капкан. Ох, как сделать-то лучше? Надеюсь, так будет лучше. Вжарил, а? Не-не-не-не, не вздумайте. Вот так тебе и не вздумайте. Уничтожили. Да, друзья мои, они взяли, просто уничтожили мне барсика. Я ж в шоке, если честно. Кого же тут лучше взять-то, наверное? Давайте так сделаем. Пускай он бомбашит сюда. Не особо сильно-то он отнял у него здоровье, как я погляжу. Давай, добивай его своим суперударом. Красавчик. Так, он что там, ускорение себе поставил? Ну, что ты там? Фаербол, да, значит? Да завязывает и он. И кто у нас тут? Ёк-макарёк. Вот тебе. Да. Тройной удар будет ходить первым. Так, сейчас почитаем. Первый, второй, третий. Значит, на него надо вешать, да, получается? Значит, на него надо будет вешать слепоту. По-моему, так.
Это что это за удары такие? Ё-моё. Ни два, ни полтора. Я даже не знаю, как тут такие траты мы делаем, блин, офигеть. Так, злобный змеевик. Ну, в кого ты поманешь, змеевик? Давай вот этого добивай, пожалуйста. А этот сейчас, наверное... Не знаю, каким-то чудом уцелели. Блин, как-то... Ни два, ни полтора, ни туда, ни сюда. Видишь, что вытворяет, а? И далеко ли я вот таким вот макаром уеду, скажи-ка мне на милость. Все потрачу, абсолютно, абсолютно, ребята, все потрачу. И еще не факт, что смогу победить. Смотри, как он тяжело разбирается, а. Давай сделаем так. Пускай там бомбашит по нему, а мы этого будем с тобой клепать. Ух. Да, прошли, ребят, события, но очень много слили. Так, крутанем колесо, заберем с тобой древесину. И, конечно же, пак. Это там серия испытаний, по-моему, если не ошибаюсь, называется пак. Так, сезонный абонемент. Опа. Замечательно, аж две награды сразу. Так, блестящий янтарь и бабочки, 500 штук. Спасибо. Ну что, открываем наши паки. Загадочный пошел. Костолом, лаврыг. Кстати, лаврыга можно прокачать уже, причем давно. Но у него уровень неподходящий. Дальше. Угу. Серия испытаний. Рыба, железо. Так, заколка, заколка. И шторморез. Редкий. Слушай, а у меня такой шторморез. У меня же нет такого, да? Нет, есть. Отпустить. Отпустил я его. Так, а что у нас там еще на почте? Это мне не нужно. Что-то они какие-то новые акции. Древесина. Кстати, насчет отправки драконов. Давай-ка мы этот за рыбу. Так, вернем и отправим его. Лети, родной. Принеси нам кучу железа. И заберем, наверное, вот отсюда. 471. Значит, я могу еще отправить нашего ветрокрыла на добычу. Так, вернем и отправим. Ну что, у нас остается лишь аренские поединки, где мы должны набить 3 пака. Ну давай, не томи. Так, ну что тут? Тут все предельно ясно. Начинаем с пустеголового.
Потом, наверное, бомбанем громорога. И уже костолома в конце. Как говорится, на десерт. Так, добивай его. Ну что, громорог, будешь бафать? Нет, он не стал бафать, он решил бомбануть. Костолом сейчас будет глушить. В кого? Опять звук пропал, ладно, ничего страшного. Опять ты ходишь, да ё-моё, что у тебя с инициативой это, парень? Слишком крутая какая-то. Я по одному разу сходил, они уже по два раза умудрились. Так, хильнемся. Ну что, костолом, вот и все. Твоя песенка, видимо, спета. Кого на этот раз оглушишь? Конечно, Барсика. Конечно, он бомбит нашего Барсика. Эть, я думал, что успеем добить его. Вот так сделаем. Хитрые и шустрые. Опять музло пропало. Ладно, ничего страшного. Здесь ничего страшного, если даже вылетит, мы ничего не потеряем. Душитель, отвали. Правильно, вот так вот. Испугался. Ну, тут уже без разницы, кого бомбить, но... Так, это у нас хитрые. Фиолки это хитрые, да? А синие это шустрые. Смотри, вот так ему не имется. Он хочет уничтожить меня просто-напросто. Штормореза. Но не тут-то было. Мы успеем отхильнуться чуть-чуть. Правда, сейчас суперудар подействует. Уничтожил охламон, а? Уничтожил. Так, сейчас мы его добьем. Удвоение энергии. Давай, Барсик, делай дело. Так, два пристиголовых. И у нас получается здесь громль. Начну с шустрых. Так, мы хильнуться не успеем, кстати, на следующем ходу. Смотри, у него 4 энергии, а у меня только лишь 2. На тебе за это. Но, наверное, кривоклык все-таки сейчас погибнет. Они уж постараются его ушатать. Ничему не удивлен, абсолютно. Буду мстить. Фаербол? Нет. Значит, этот что-то сейчас... А он ничего сделать не может. Опачки. Стерли его с лица земли. А этот сейчас, наверное, бомбанет фаерболом. Тебя умоляю. Давай завязывать с ним. Так, ну что, друзья мои. У нас 3 пака. 2 обычных и 1 редкий. Начнем с открытия редкого и, конечно же, пак вождя. Шторморез, древоруб, шепот смерти, крылатый ужас. Кстати, крылатый ужас может прокачаться. Дай-ка я гляну. Где же, вот он. Да, уровень у него подходящий. То есть я могу его смело апать. Ну, 13 разряд имеет, слушай, неплохо, в принципе. О, роза ветров. Так, это получается 9 разряд. 10. 11. 12. Дальше надо копить. Ага. Не хватает буквально одной карточки. Ты заметил, что она нам не выпадает практически ниоткуда? Героическая, причем роза ветров-то. И этот у нас клыкокриф тоже героический. Надо его как-то прокачать до 24 уровня. Нет, не надо снаряжать. 24 уровень, да, нужен? У нас есть еще местечко, чтобы я его просто поставил. И потихоньку, потихоньку. Ты уже пришел? Подожди. Так, роза ветров тоже прокачалась.
То есть я могу обоих их отправить, да? Там 50 минут, да, там 50 минут. И вот сюда интересно, мне хватит, если я возьму и... Смотри, сколько у нас еще не открыто. Вот, вот, вот. Эрит, и потом вот эти вот двое еще. Так что хватает пока. Так, подожди, я не то делаю. Мне же нужно в ангар идти. Мне нужно зайти в ангар, найти Клыка Крива. Найди его еще тут, Клыка Крива этого. Подожди, а он же у нас вроде бы как стоит уже где-то здесь. Нет, разве? Обучить. Блин, как вот, вот сделать, чтобы не искать их по этому, по всему полю, а просто взять и... Так, ёк-макарёк, я теперь забыл, какой он там, редкий, нередкий. Кстати, кошмарный престиз... тоже не могу, да, улучшить его. А, он легендарный. Подожди-ка, если он легендарный, то... Клыка Крив. В ангаре его искать или здесь? Через ангар, наверное, все-таки придется. Он легенда. Премиум. Да ёк-макрюк, если он легенда, он должен быть где-то у нас находиться, стоять, я там не знаю. Здесь его нету. В ангаре его нету, значит, он где-то стоит у меня. Это ужасное чудовище, это не то. Где-то тут должен быть. Так, это престиголовые. Это все не то. Это гнилец. Это ёк-макарёк. Клыка Крив, где ты находишься, чтобы я мог улучшить тебя-то в конце-то концов? Не показывает просто, где он находится. И все. Так, здесь у нас Кривоклык, Барсик, этот Грамгильда. Здесь его нету. Чтобы он тут летал, я его тоже не вижу. Вот это трэш, ребята, я не могу найти Клыка Крива. Эй, фиг с ним. Ребята, если знаете, где у меня находится Клыка Крив, напиши в комментариях. Что-то я вообще просто как потеряшка, я не вижу его. Так, ну а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.